Валентина Романова в красках рассказывает о минувшем дне. Тревожный звонок в дверь и испуганные лица. Запах гари первыми почувствовали соседи снизу и обратились к пенсионерке. Женщина от ужаса даже не сразу вспомнила номер спасателей. Я выскочила, дым валит из-за двери и кашель сильный. Мы знали стучать туда, и у нас ничего не получилось. Кашляет, но не открывает. Закрыто было, да. Дверь хоть хлипкая, но тут одни пенсионеры собрались. Мы выбить дверь не смогли. Когда засыпала, так тряслись руки уже ночью. Потом, видать, отходила. С дверью квартиры на 8-м этаже справились только сотрудники МЧС. На полу в коридоре они обнаружили мужчину, вывели и передали медикам. Соседи уверяют, сожитель хозяйки в порядке и уже вернулся домой. Хотя в момент ЧП находился на волосок от смерти. Еще вчера буквально на всех этажах многоквартирного дома стояла серая пелена дыма. Выветривать запах, правда, придется еще не один день. Соседи до сих пор обсуждают самую горячую новость. Пожар шокировал, но не удивил жильцов. Говорят, пострадавший любитель выпить и покурить. В прошлом году из-за него уже приезжали огнеборцы. Мужчина готовил ужин и уснул. Однако в этот раз последствия куда хуже. В результате пожара повреждено некоторое имущество, мебель, закопчены стены и потолок. Вероятно, причина такого пожара могла стать незатушенная сигарета. Курение в постели – верный путь к смерти. Ежегодно от вредной привычки погибают десятки людей. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.